Нет, друзья, вы не поверите, пират поймал птицу. Посмотрите. А вы говорили, он не охотник и принес добычу. Что? О, блин, она еще немного живая. Что это такое? Такую маленькую вообще. Она еще теплая. Ну вот садист, а. Пират, ну кушай ее теперь, если уж поймал. Вот он, оказывается, чем занимается. Он ловит всяких гадов. Мышей, птиц. Блин, ну это добыча, конечно. Ну посмотрите размер. Я не знаю, кто это вообще. Такой зяблик какой-то. Или что. Почему он, наверное, и не голодный постоянно. Что жрет их. Короче, пипец. Ну вот только что притащил. До этого он мышей, он говорил, притаскивал несколько раз. То есть кот реально охотничий, видите? Будешь кушать добычу свою? Такой радостный, гордится, типа, вот, смотри, кого я добыл. Добыча там, я не знаю, меньше его лап. Вот так вот, друзья, то есть с пиратом с голоду не помрешь. Если даже настанут голодные времена, он может добывать птицу, мышей.